Здравия желаю. Значит, что у нас? Продолжаем, значит, опыты над гибридом. Это я уже показывал. Панелька. Так. И лампочка. На 5 ватт. Лампочка я показывал. Значит, не сматывает. На нуле. То есть счетчик на нуле. Дальше. Освещает, как видите. Ну не как во дворце пионеров и школьников, но вполне видно все. Вот. Светло. Так. Значит, здесь счетчик стоит. То есть она бесплатно идет. Здесь по прибору, как рептилоиды. Говорят, что он плохой прибор. Тоже показывает ноль. Полный ноль. Так. И дальше что она делает? Третья, значит, первая она светит и ток не берет. Вообще. Второе ее действие, значит, светит на панель 30-ваттную. Панель, в свою очередь, выдает ток. Вот, видите, провод от панели, вот. Вот он, крокодильчики. И этим током мы вот взяли батарейку. То есть батарейку, значит, зарядили, разрядили в ноль специально. Сейчас вот. Смотрите. Идет заряд батарейки. Видите? 75, 76. 76. То есть она была 0,030 вольта. 6 70 77. То есть довольно резво идет заряд. То есть система работает вполне. Ну, конечно, слабоватая. Добавить надо панель до 100 ватт. Там можно будет включать и вот печку-то через нее. Или другим способом. То есть способов много, запчастей не хватает. Ну вот такие новости на сегодня. Продолжаю, значит, сейчас буду еще. Сегодня-то, как говорится, и не успел. Потому что вчера говорил, буду подгонять, чтобы ток не сматывала печка вот эта. А сегодня пришлось чистить канализацию. И вот только к вечеру вот стал вот с этим опять заниматься. До этого я вам показывал, что это тоже так же. Но она у меня вылезала вон там в ящике. То есть света от нее не было. То есть функция в ней выросла. То есть она дает свет. Освещает панель, которая панель дает ток и заряжается. Ведь, как видите, батарея. Сейчас посмотрим. Было 0,77. Вот уже 0,81, пока разговаривали. То есть заряд идет довольно быстро. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. И, как говорится, враг будет разбит, и победа будет за нами.